Ребята, ситуация с каждым днем ухудшается. Замедление Ютуба становится все сильнее и сильнее. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии, или переходите по QR-коду на экране, обязательно подписывайтесь, чтобы быть на связи. И кстати, если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный Тимоха. Хороший денек, да, Бабян, сегодня? Ну да, согласен. Хорошая, теплая погода сегодня. Только нечего делать, скучно как-то. Особо не погуляешь, вдвоем даже в футбол не поиграть. Хотя мы можем поиграть в баскетбол. Да, можем 33 поиграть. Да хотя с тобой играть это вообще лучше одному играть, потому что я все время выигрываю. В смысле, это я тебе всегда все время выигрываю 50-0. Кого ты выиграешь? Я тебя все время выигрываю. Что ты тут сказки рассказываешь? Слышишь, дружочек, это я тебя все время выигрываю. Слышишь, дружочек, пирожочек, тебе что, дать в сочельник пару раз, что ли? Не надо. Смотри, там кто-то едет. Кто это? Погоди, мне кажется, или это Андрюха? Ты сейчас автопостава будет. Погоди. Ай! Ай! Что происходит? Что вы делаете, дружки? Андрюха! Здорово! Ты что, машину новую нашел где-то? Ну, в смысле нашел, я купил ее в автосалоне. Купил или сам сделал? В смысле, что ты тут начинаешь, Саша, что тебе не нравится? Палок. Слушай, прикольно выглядит, а нам с Бабяном особо делать нечего. Может, нас покатаешь на своей новой машине? Давайте покатаемся, садитесь, мужики. Да, сейчас сяду, парни. Давай, садись там сзади. О, сел, нифига крутая, места много, даже одно свободное еще осталось. Слушай, Андрюх, а ты можешь максимальную скорость на этой машине сделать? Давай газ в пол. Конечно могу, ну что, мужики, держите. Аккуратно, поехали, и газу. Опа, да погнать, опа, да погнать. Дурак, господи. Парни, капец, новая машина! Ты нас чуть не угробил, Андрюха! Теперь все, как она поедет? Нужно новые запчасти искать! Ну да, нужно новые запчасти искать! Блин, мужики, это все из-за вас! Давай, навалей побольше скорости, побольше скорости! А старпер ездишь, блин! Реально, Андрюха, ты мог коробку спорт переключить? Да я переключил, это Купер С, блин, Купер 5, ё-моё! Купер, давайте. Ты, блин. Мужики, тащите запчасти, короче. Я буду пробовать чинить. Бабян, давай быстро до сервиса сходим, до автомобильного. Попробуем расходники найти. Маслу, коробку, двигатель заменим. А ты, Андрюх, попробуй так быстренько изоленты что-нибудь подлатай. Вдруг получится. Ну да, сейчас займусь этим. Давайте быстро кабанчиком, парни. Пойдем, Бабян, до автосервиса. Погнали. Где он там? Да вот за мной иди. Ну пойдем давай, чего ты, блин, стоишь? Пошли. Короче, я знаю, что я, Бабян, хочу сказать. Чего? Андрюха, еще тот водятел. В натуре, а у него же прав нету, ты че? Да, так и без прав ездить, так и вообще собакам нельзя за руль. Да это вообще, блин, бестолковый. Ладно, пойдем быстрее до сервиса, выручим братишку. Ну да. Ты есть хочешь? Очень хочу. Можешь по пирожку? О, давай. Тоже хотел тебя предложить. Ну вот, дружок, смотри, вот автосервис. Давай спросим, запчасти ли у них есть на мини-купер. Давай узнаем, слышишь? На мини-купер? Подожди, у него же не мини-купер, по-моему. А какой у него? Купер С? О, да. Ай, ладно, сейчас просто на купер какой-нибудь спросим, да и все. Есть кто-нибудь в сервисе? Здравствуйте. Тимоха? Дружки, здравствуйте! А что вы тут делаете? Я вас искал! У нас машина сломалась, нам запчасти нужны. У тебя есть? У меня есть запчасти! Вот они! Вот они! Смотри, какой вкусный пирожок! Дружки, вы будете их жрать, а? Тимох, нам запчасти нужны! Мы не хотим вкусный пирожок! Мы с Бабяном уже поели один! Да? Поели? А еще будете? Лиза, куда забрал машину? Бобис, что делать будем? Бобис! Куда? Куда? Куда пирожок, жри! Ё-моё, он бежит! Бабян, давай возвращаться к Андрюхе быстрее! Давай, давай! Ёкерный бабай, дурацкий Тимоха! Эй, блин, вот угораздило встретить этого гада! Ой, Андрюха, короче, запчастей нету, там Тимоха, он со своим вкусным пирожком, он за нами гонится.
Я уже все починил и без вас, парни. Что у вас там произошло? Тогда. Да что, мы Тимоху в сервисе встретили. Говорим, есть запчасти? Он говорит, нет, есть только вкусный пирожок. Я, говорит, дружки, вас долго искал и нашел. И побежал за нами. Мы еле убежали оттуда, Андрюха. Давай быстрее в машину. Он, наверное, сейчас прибежит. А он сзади, капец. Ой, давайте в тачку быстрее сядем. Блин, капец, блин, как бы сесть? Давай, давай, садись в машину. Поехали все, быстрее. Все, едем, едем, капец. Он там за вами бежал все это время! Да, он с пирожками! Да. Стоп, он что, за нами? Он за нами! Да, я же сказал, что он сзади! Он гонится за нами! Давай это! В городе спрячемся! Газуй, поехали! Вась, окей, газуй. Едем, едем, едем! Газуй, газуй, Андрюха! На этот раз нормально, только рули! Газую как могу! Ну вот и все. В этом городе спрячемся от Тимохи. Он нас никогда не найдет, парни! Фух, оторвались, мужики. Повезло нам. На туре, блин, парни, так ехали быстро, что оторвались. Хорошая машина у тебя, Андрюх, прикольная, но все-таки честно скажи, ты сам ее сделал. Ну да, сам я ее сделал. А, блин! А что тут за нашествие Тимох? Кошмар! Что за Тимох апокалипсис? Ё-моё, Андрюх, давай-ка газуй из этого города! Как такого города? В этом городе тоже Тимохи одни! Там Тимохи, Тимохи захватили город! О, господи, Андрюха, они гонятся! У них куча пирожков! Я не хочу, чтобы он меня кормил пирожков! Миллионов, сотни тысяч пирожков! Помоги! Андрюха, газуй! Блин! Тимохам! Я не хочу есть пирожок! Ну что ж, ребят, всем здарова! С вами по-прежнему Оверфон и Бобби. Добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Гаррис Мод. Всем гав-гав, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня дружки будут уезжать от опасного Тимохи! Смотрите, сколько у нас здесь вкусных пирожков! Тимоха хочет накормить нас, но мы не хотим кушать вкусные пирожки, мы хотим уехать! Сегодня мы на угарных машинах, на разной технике будем уезжать от огромной толпы опасных Тимох! Ну а вы ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо, нам с парней будет безумно приятно! Итак, Бобян попробует уехать в первом раунде на велосипеде! Бобби, а сколько скоростей у тебя? Ну да сколько, сколько надо, 24 скорости у меня. И 5, 5 ослиных лошадиных сил. И одна собачья сила. Вот она сидит. Так, Андрюха, ты на чем поедешь? На бабушкином диване? Да, на колеснице. Ага, а у меня, друзья, городской туалет на колесах, и я поеду на туалете. Ничего себе. Да. Это Космостарость, дип-дип-дип. Если был, друзья, у нас огурчик соленый, я бы Тимохе дал, Тимоха бы в туалет пошел. Но, к сожалению, огурчика у нас нет, придется на туалете ездить тогда от опасных Тимох. Ну что, все готовы, парни? У нас тут огромная толпа страшных Тимох с вкусными пирожками. Ехать нужно быстро, нужно стать супербыстрыми. Да, да, готовы. Мужики, рванули тогда. 1, 2, 3, поехали. Бобян, крути смысле, педали, пока не дали. В смысле, Сри, я же в туалете, поэтому все нормально. Эй, парень, что это? Отойди, блин! Я полетел! Арабская ночь, волшебный дружок! У меня летающий! Тимоха бежит, пирожочек держит! Андрюха умер! Я погиб, парни! Андрюха поел пирожочка! Ух, ё-моё, Бобян! Парни, ну что вы, блин? Все, я ухожу. На тот не цвет. Уходишь. Ну что, парни, давайте еще раз попробуем уехать от этого дурацкого Тимохи. А может посчитаем, сколько здесь Тимох? Да, считай, давай. Ребят, в общем, кому нечего делать, можете посчитать. А давайте я отлечу. Вот так, чтобы было видно всех. Видно всех вроде как Тимох. Вот и посчитайте, сколько их здесь. И как мы вообще с ними боремся. И посчитайте, сколько у них пирожков на 2 умножьте. Потому что в каждой руке по 2. Ну, поняли, да? У каждого Тимохи по 2. Ладно, короче, все. Кто даст правильный ответ? Бобби скинет 100 рублей на карту. Не верьте, он обманывает. Ну да. 50. 50. Ладно, поехали. Давайте газу, парни. Окей, let's go. Блин, парни, газу дайте. Андрей, домой. Ой, а меня, что вы делаете, меня блин? Кумарит Андрюхина машина. Теперь Бобян полетел, друзья. В каждом раунде он что-то летает. Ладно, я поехал. Арабская ночь. Бобян, а что ты в стену едешь? А у меня все, у меня назад не едет. У меня сзади не даем. Бобян домой. Ой, ребята, короче, все понятно. Ладно, выходит, парни, что я один удеру сейчас от Тимоха. Я уже угоняю, ребята. Я уже уезжаю далеко, да? Я сейчас, смотри, возьму план капкан. Смотри, какой план? 3, 2, 1. И это ничего. Будет целая армия пирожков. Ноль. И я уехал. Они все равно меня не догонят, парни. Куда бы я ни поехал, я все равно быстрее. Я бы на этом месте так уверен не был. О, их очень много сзади. Да вы все уже, парни, скисли, а я-то еще еду.
Ё-моё, надо было не поворачивать. Что такое? Да, что такое? Да что-то они близко с пирожками своими. Попался, Димон, а выпендрился так как, а? Ага, попался. Димон, ну что ты хочешь сказать, что на этой колеснице мы от этих тимох уедем, что ли? Ну смотрите, друзья, у нас здесь крутая тачка плюс прицеп. Вы можете в прицеп сесть, вон, как Бабян, садись. Я уже сел. Вот, и попробуем, друзья, на такой машине с прицепом уехать от тимох. А чё, колёс много, получается 4 колеса у машины, 4 у прицепа, 8 колёс, значит быстро должны ехать. Мы будем быстрым? Да, будем крутые. Там еще закись азота, парни. Че, а где там закись азота? Да, вон бачок с азотом. Мы как впрыск сделаем впуск, как дадим джазу. И Тимоха нас не догонит. И газпол. Я тебе верю, Димон. Ну что, друзья, новая машина. Новый раунд. 1, 2, 3. Поехали. Вперед! О, парни, только не выпадите. Как-то тут не очень удобно. Только смотрите, не выпадите эти парни. Нормально, нормально, нормально. Газуй, газуй, Димон. А, они бегут, парни, они бегут. Ну, они, конечно, бегут. А, я выпал, блин! Ты что, дурак? Понятно. Бабян, ты чё? Понятно, он взял и вышел, друзья, сам. Представляете? Барбатей. Не, он выпал. А, он выпал? Я выпал, конечно. А, я думал, он вышел сам. Нет, ладно, Андрюх, мы с тобой уедем. Тут такая тряска, Димон, я еле держусь, если честно. Димон, ну не заряжай на... Закись азота впрыснул! Не заряжай на поребрик! Впрыснул, Андрюха, закись азота, впрыск пошел! Да не пердел, я не пердел, я... ты что делаешь? Почему? Я говорю, я закись азота сделал, впрыск. У меня тоже закись азота есть. Ой, ой, ой. Димон, пирожки! Азота больше нету. Как ты тебя там шатает? Смотри, мы их надурили. Димон, они нас задурили. Прости, Андрей. Мы проиграли. Ну что, друзья, короче, Бабян решил, что он будет водителем. Он сказал, что я плохо ездил. И он нас повезет от этих тимох и от их вкусных пирожков. Ну что, Бобис, желаем тебе с Андрюхой удачи. Мы твои пассажиры. Давайте, парни, садитесь. Давай, вези нас, Бабян, как родную мать. Я повез. Да, давай, вези нормально. Опа, ой, Бобис, Бабян. Поворот не туда. Поворот не туда, прям как в фильме. Ага, едем, едем, парни, едем. Ой, домой. Спасибо, Бобис. Спасибо, Бабян. Большое спасибо. Спасибо, мистер Бобис. Ты мастер по вождению. Ребятушки, милые мои купатушки, у нас новый раунд, новые тачки, мы готовы урвать от этих пирожков с тимохами, блин. Андрюха, а что у тебя за телега такая? Она, знаешь, такая резвая, быстрая. Погоди, это у тебя раковина, что ли? Ну да, нормальная такая. Понятно. У Бабяна, друзья, какой-то спортивный болид. Ну да, обычная машинка. Или у тебя не болид? У меня болид. Сейчас будет пирожок, Бабян, у тебя сразу заболит. А у меня, ребят, трактор сельский, крутой. Так это синий трактор. Мощный, да, кстати, синий трактор. Ну вот попробуем на таких машинах и уехать от Тимохи и его вкусного пирожка. Ну что, Босик, давай отсчет, пока у меня трактор не развалился. 3, 2, 1. Поехали. Let's go, парни. Окей, let's go, парни. О, Бабян стал супер быстрым, у него эффект вон. Нормально. Нифига парни. Он, блин. Нифига. Я гоню быстро. Тимохи тоже, парни, гонят быстро. Тимохи тоже гонят быстро, парни. Нормуй, нормуй. Давайте, давайте, соберемся. Максимальная скорость, парни. Максимальная скорость. Мы вроде плохо едем, кстати. Парни, нормуй, нормуй, мне кажется, или это наш рекорд вообще, когда мы все вместе живы столько времени? Это рекорд. Настоящий рекорд. Собрали нормальные машины, кстати. Направо. 6 и нет! Кому сесть, Бабян, к тебе в болид! Давай, 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 давай! Поехали, гасуй! Уезжаем! Поехали! Уехали! Блин, дурак, зачем тебя послушал? Почти, почти, ну зато получилось, Бабян. Чуть-чуть подольше пожили. Это тоже конец. Эх. Андрей, ты еще едешь? Не, я умер. Ну чё, парни, давайте еще раз поедем. Ну давайте, парни, в принципе было неплохо. Поехали, давайте, let's go. Ну можно лучше. Да, можно гораздо лучше, поехали. Окей, let's go. Чётенько, чётенько. А чё мы повернули за Бабяном-то? Я не знаю. Куда? Бабян, разворачивайся, куда? Парни. Парни, я в ловушке был. Ну нет. Блин, капец, ну все погибли из Бабяна. Ё-моё, это Бобис опять. Я ещё еду. Ты, Бабян, не туда поворачиваешь. Нет, я не еду. Поменяли мы машины, друзья. Я на паровозике, Андрюха на мини-машине, да? Это маленький ты, Андрюх, на красной? Это я. А, это Бабян, Андрюха в ванной или в чем ты? В каком-то холодильнике едет. Блин, машина-трансформер, блин, ты машина-кухня, Андрюх. На кухонная тачка. Так, парни, кажется, у меня проблема. Что у тебя там? У меня вроде как поезд едет только по рельсам прямо. Можешь тебе повернуть чуть-чуть? Тебе повернуть? Да, он меня не поворачивает. Поверните меня, парни.
Ровно, сделайте. О-о-о, получилось, нет? Кажется, я никуда не уеду, пацаны. Ладно, давайте, 3, 2, 1. Ну давай, едь уже, как получается. Да все, я застрял. Все, нет, надо было менять, парни, тачку. Да, Дима, мы уже сказали, меняй. Ладно, Дима, пока. Все, ладно, парни, вы едьте, а я поменяю машину. Ага. Короче, все, парни, взял другую машину, на этой попробую. Поехали. Какая-то тарталетка, блин. Ну? Думаешь, больше шансов? Да, больше, смотрите, как быстро, парни, а. Нифига ты стал быстрым. Вообще мега. Налево, налево, Бабиан. Ну опять ты не туда поворачиваешь. Андрюха, давай со мной. Нормально. Ой, что у меня с колесами, парни? Что у меня происходит? Что у меня с машиной? Бабиан, ну как там, нормально? Вообще живчиком, да, с кайфом. Парни. Андрюха, уезжаем, там за нами Тимохи. Ну, я пытаюсь. Едь быстрее. Ой, нормально еду, у тебя проблема какая-то. Бабиан, все, Андрюха, кажется, скоро тоже. Или ты еще едешь? Я еще еду, братан, я не упаду. Ой, там тупик, Андрюха, давай на себя их бери. Хорошо. О, я походу упал. О, а я в тупике, я тоже. Дружки, братаны, давайте попробуем все же до конца уехать наконец-то, а? Окей, let's go, погнали, друзья. Ну что, уезжаем от Тимохи с его вкусным и вонючим пирожком. Невкусным, на самом деле. Ну окей. Ой, блин! Ой, повылазили. Ой, я цепанула! Ой, повылазили, меня, парни. Меня цепанула, парни! Да, блин! Я еду, пацаны, я еще уезжаю. Я тоже еду, я тоже еще... Не, я газуйте, еще не упал, парень, газуйте, я могу. Все, я сваливаю, друзья, от этого дурацкого дружка, парни. Я вообще вниз по мосту и ты поехал. По мосту вниз? Да, молодец. Ну что ж, дорогие друзья, я даже думаю, что он такой забавный, угарный. Но тем можно завершить наш сегодняшний ролик. Мы вон уехали, Андрюха, газуй. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на наши каналы, обязательно подписывайтесь на Телеграм. Ну а на сегодня на все, с вами сегодня были Оверфон и Бобби. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения, всего самого наилучшего и пока-пока. Чао, какао, дорогие друзья. Здорово, чуваки.